На возведение традиционного эскимосского дома иглу отводится 2,5 часа. Профессиональным строителям быть вовсе не обязательным. Достаточно желания, а топора, пилы и шпатель выдают организаторы. Вы знаете, я первый раз строю в своей жизни иглу. Я обычно ночевала в них раньше, потому что строили мужчины. Вот строю первый раз. У меня муж просто в другой команде, а мы здесь вместе. У вас прям такое соревнование семейное. Ну, не то чтобы соревнования, ну да, мне теперь стало даже очень интересно, смогу я их обогнать или нет. В детстве все строили иглу, я так считаю. Но мы решили подойти основательно. На фестивале мы первый раз, но неделю назад мы принимали участие в тренировке. Там мы натренировались, сплотили нашу команду окончательно в этой отрасли и решили прям принять участие. К нам организаторы подходят и говорят: а вы не первый раз? Мы говорим: мы второй. После тренировки говорят: у вас очень большая игла, но мы пришли сюда побеждать. На первый взгляд все здания однотипные, традиционные для некоторых северных народов иглу. Но все же участники добавляют в эту снежную архитектуру свою изюминку. Мы строим стандартную иглу с райзером полутораметровым, а дальше у нас будет зенитный фонарь. Прозрачная, светопрозрачная конструкция, атриум, иглу с атриумом. Впрочем, с экспериментами нынче стало строже. Так, организаторы фестиваля с этого года для повышения экологической безопасности запретили использовать краску. В целом, чтобы претендовать на победу в конкурсе, снежное помещение должно иметь архитектурно правильную форму, быть просторным внутри и не выпускать тепло. Идеальное иглу – то, в котором можно переночевать. Фестиваль в этом году 12-й раз подряд происходит. Сейчас он уже на уровне городском. Приезжают иногородние участники. Строим иглу. То есть это домики из снега по традиционное эскимосское жилище. Идея откуда появилась данного фестиваля? Данный фестиваль зародился как туристическая тренировка. Мы тренировались, чтобы выживать в горах, когда у нас какая-то катастрофа случилась. Мы можем укрыться без палатки, без ничего. И постепенно решили, что можно и привлечь горожан, потому что это интересно оказалось. И с детьми все приезжали. И постепенно все больше и больше. И сейчас уже вот совсем большой фестиваль. Теперь он проходит в 2 этапа. Второй состоится здесь же, в следующие выходные. Также будут возводиться снежные дома, однако уже вне конкурсной программы. Зато помимо строительства иглу на фестивале все желающие могут прокатиться на собачьей или оленей упряжке, примерить традиционную одежду народов Севера и в целом прикоснуться к этой самобытной культуре. Анна Васильева, Николай Коровин, Новосибирск.